Нужна схема верфи. Есть. Передаю. Это судно СДФ в сухом доке. Их строят, чинят или загружают. Можешь найти там пригодный корабль? Да, мэм. Обнаружил один с прыжковым двигателем. Отлично. Нам подойдет. Каков план атаки, когда доберемся наверх? Будет засада. Он прав. Лифт — единственный выход на поверхность. Они нас точно отслеживают. Могу запустить экстренную блокировку еще до вершины. Мы выйдем наружу. Ранты наш плюс. Клин клином. Как все зачистим, поедем наверх. Брита, Сол, Мак, вы со мной. Брукс, Итан, если мы не справимся, отправляйтесь наверх и надерите всем задницу. Итан может пилотировать. Понял вас, капитан. Встретимся наверху. Удачи, сэр. Держитесь тут. Принято. Держи. Да. Под конец игра, конечно, прыгает выше головы. Чё там говорить? Нам нужно сохранить элемент неожиданности. Угу. Сохраняем. Вот и все. Вот и готовенькие. Хотя какой тут элемент неожиданности? Будьте начеку. Глушителей-то нету. А шум был не такой громкий. Чтобы можно было замаскировать выстрелом. Не, вообще, конечно, локации в игре просто монументальные. Вот этот лифт, верфь, корабли наши. В этом плане, конечно, разработчики большие молодцы. Сделано очень круто. Солт, у тебя есть заряд? Хорошо. Двери открываются. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, Мак, ну... Нет. Уходите, пока не рвануло. Капитан, прошу вас. Задание. Отпустите. Капитан. Мак! Мак! Проклятие, Мак! Зачем она это сделала? Затем, чтобы мы продолжали. Они все еще рассчитывают на нас. Черт возьми, а Мак сказала интересные слова насчет того, кто должен быть командиром. Я как-то вот сейчас понял ее поступок. Но все равно это было довольно жестко. На самом деле меня немного расслабляет тот факт, что Котча мы уже упороли. Забираем ищейку. Я ее так на панике выпустил.
и сам добил последнего по итогу. Спасибо, сэр. Где Стармех? Она погибла. Надо идти. Чисто. Чисто. Который корабль, Итан? Вон тот. Это эсминец. Полностью нагруженный. Используем? Чтобы пробиться? Нет. Чтобы зачистить все. Корабль не будет стрелять. Оружейная система отключена. Забудь про оружие. Мы просто стартуем, прыгнем и смоемся. Боц, как нам активировать орудие? В системе наведения, сэр. Где эта система? В штабе, мэм. На челноке вон туда. Кто это сделает? Я. Ты не сможешь вернуться. Они откроют огонь, если мы будем ждать. Не надо ждать. Капитан? Как вы вернетесь? Никто не вернется. Ты сядешь на корабль и уничтожишь это место, Солт. Сделай, что сможешь, прежде чем СДФ собьет тебя. Я сделаю все. Взорву верфь и выберусь оттуда. Ты не успеешь. Посмотрим. Можешь делать все, что угодно, но задание выполни. Ну что, все согласны? Нужна команда для запуска. Придется пробиваться. Челнок, Брукс, займись им. Итан, за мной. Нет, мэм. Капитану будет нужна моя помощь добраться до штаба. Черт с вами. Ты знал, что мы здесь подохнем? Нет. А вот Мак, да. Что ж, значит, встретимся в аду. А то. Ладно, господа, вперед! Удачи. Капитан, прием. Принято, Итан. Я проник в их сеть. Вижу вас хорошо. А позиции противника? Их я тоже вижу, сэр. Рейс, это самоубийство. Я отдал тебе приказ, Солт. Капитан не всегда может всех спасти. Не всегда. Знаете, ребят, вот я понимаю сейчас, что игра поднимает очень интересные, важные темы, которые до этого в серии практически не поднимались. Как то, кто должен быть командиром, кто такой настоящий командир. Что главнее, задание или спасти своих людей. То есть в этом плане, конечно, игра очень крута. Плюс очень сильный аспект именно взаимодействия людей. Бойцов подразделения, именно их взаимоотношения показано. И не просто шаблонно. Типа напарника убили, все. Обида. А прям... натурально все это сделано. И в этом плане очень хорошо, что игры... уходят именно в глубину проработки. К вашему так, дверь закрыта. Принято, все равно. Вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Угу. Укрыться негде. Ой, спасибо тебе, дружище. Не, слушайте, очень хороший был пап, я подобрал. Неплохо. Присандалило этого бойца. Ой, твою мать.
Я согласен на тебя, ублюдка, все потратить. Все заряды. Все свои ищейки. Ладно. Ненавижу вот этих роботов. Ненавижу. Так, что возьмем? Нет. Ищейки. Ищейки были бы очень в кассу. Ну-ка, если вот так. Во, вот так вот мы возьмем. Рейдер, мы на борту под обстрелом. Что у тебя? Эр, нас серьезно прижали. Поспешите. То же самое. Тороплюсь как могу. Задержи их. Оп. Беда. Оп. Спасибо, напарник. Вопреки всем обстоятельствам. Итан, я тебя просто обожаю. Я тоже. Привет, ребята. Я вас ждал. Отличный выстрел, сэр. Вам нужно подняться на лифте к системе наведения. Почти на месте. Принято. О, сейчас тут, походу, будет мясо. Принято. Ничего такой арсенал. Да уж. Они идут на борта. Рейс, мы несем потери. Время на исходе. Я что-то все меньше и меньше хочу выходить из этого лифта. Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой пост прямо по курсу. Будьте осторожны, персонал вооружен. Ясно. Сразу пробрасываем. Потому что... О, мать твою. И я один. Но благо хоть ящиков с гранатами накидали. Эти иди, отлично. Твою мать. Полетела моя хорошая, полетела. Давайте, ребят, вас там сейчас закоротит всех. Ну и я немножко оттанцевал. Гарлем шейк. Чудно. Здесь я. Все чисто, металл один. Наконец-то. Хотя чувствую, это еще не конец. Терминал, терминал. Да, иду, Итан. Я у терминала, Итан. Я просто без перепроверил, я точно ли всех я упорол. Я могу разблокировать и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Сломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем слома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, да. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Угу. Играем за Итана. Хранители, перегрузим сеть, расплавим ролейники до шлюза. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Залп ядром прямо по курсу. Что дальше? На моем экране видны индукционные. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Вытащим. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, сэр. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я сам уничтожен, кстати. Взрыв вызовет воспламенение ядра. Сэр,
взрыв запустит цепную реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет. Понимаете, прощай, Итан. Не волнуйтесь, я готов. Удачи, Рэй. Было честью узнать вас. Это честь для меня, Металл-1. Рэйс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэйс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою. Всем постам разрешается открыть огонь. Мир павшим. Вот и все, дорогие друзья. Отличная игра. Отличная игра. Это все, что я могу сказать. Она сделана во всех смыслах настолько круто и качественно, что я хочу перед ней извиниться за то, что в свое время просто абсолютно голословно назвал ее плохой и, не зная сути, вот так вот голословно о ней отзывался. Игра офигенная. В плане постановки, в плане драматизма, в плане проработки деталей это очень качественный продукт. Да, возможно, мультиплеер не совсем выдающийся, но одиночная кампания — это космос, друзья, во всех смыслах этого слова. Хоть я и не люблю сеттинг Cosmos Warfare, но в этот продукт я с огромным удовольствием поиграл. Музыка, звуки, наша локализация, все сделано идеально. Геймплейно игра очень интересная. Стрельба интересная. Кастомизация присутствует. Вообще само оружие, как оно выглядит. Куча гаджетов. Различные гранаты, перки. Воздушные баталии на технике. Супер. Вот реально не к чему придраться. Сюжетная игра классная. Да, возможно, были некоторые, на мой взгляд, не совсем удачные моменты, как то, допустим, слили Котча,
главного антагониста, просто в предпоследней миссии его так вывели из игры, и все. Хотя, ну, мне казалось, что будет какая-то эпичная заруба в духе, знаете, первого Black Ops. Но это что-то новое, это какой-то свежий взгляд, наверное, вот такая вот постановка, как бы... Главный злодей не такой уж и главный злодей, то есть здесь у нас главный герой как бы борется больше, наверное, с самим собой, со своими убеждениями. Ну, наверное, я что-то погнал не в ту сторону. Суть в чем? Какие недостатки у игры? Их не так много, и больше я, конечно, придираюсь. Во-первых, у меня были проблемы со звуком. Иногда в игре пропадает звук. Просто-начисто слышен только голос. То есть не слышно ни шагов, ни стрельбы, ни взрывов, ни музыки. Это, видимо, какой-то баг. Причем не только у меня он такой. Он еще у многих. На Ютубе, кого я смотрел, думал, может, мне так не повезло. Нифига подобного. Это было у многих. Плюс... В игре нет четкого деления на миссии. За счет этого, что является плюсом, создается ощущение такого бесшовного геймплея. То есть мы полетали, задание выполнили, вернулись на базу, походили, погуляли, новости посмотрели, поговорили с экипажем, заглянули в компьютер, посмотрели на доску розыска, расслабились и дальше опять миссии. У нас появились второстепенные миссии. Господа из Treyarch, смотрите, как надо делать второстепенные миссии, а не ту помойку, что вы сделали во втором Black Ops. Вот как надо делать второстепенные задания, которые интересны, которые дают реальные бонусы. Вот что должно быть в таких играх. В принципе, на этом все. Единственная вот проблема со звуком. Местами было тяжело понять, где миссия начинается, где миссия заканчивается. Но, опять-таки, это... Все придирки личного характера. Игра офигенная. На этом все, друзья. Я оставляю вас с финальными записями наших павших бойцов, десантников, членов экипажа Возмездия. И, друзья, спасибо вам за то, что смотрели мое прохождение. Ставили лайки, комментировали. Надеюсь, вам оно понравилось. А с вами все это время был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал, играйте в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Моя дорогая супруга Сара, Ной и Эбби. Если вы это читаете, то с полной уверенностью можно сказать, что я погиб во имя благой цели. Победа важнее жизни любого из нас. И я с радостью отдаю свою жизнь за отряд и семью. Эбби, прости, что я не сумел вернуться домой. Надежда на твое светлое будущее дали мне силы защищать все, что дорого сердцу. Ты всегда будешь моей милой крошкой. Ной, расти честным человеком, держи данное слово. Прибегай к насилию только в крайнем случае. Теперь... Ты хозяин в доме. Сара, береги наших деток и постарайся простить меня за то, что я оставил тебя одну. Если бы я не погиб на поле боя, то умер бы рядом с тобой. Не забывайте меня. Сэр, мы находимся в тылу противника, в самом опасном месте. Времени мало, передаю информацию. Вы отдали приказ, понимая, что возврата не будет. Вы сделали то, что были должны. Вот и все. Я горжусь вами, вы прирожденный лидер, сэр. Сегодняшний день был худшим в истории, и, простите меня за такие слова, лучшим в моей жизни. Я сделал все, чему меня учили, и даже больше. Это был славный бой. Возможно, вы так и не прочтете это, но мне больше некому писать. Там, над Титаном, вы сказали, что мы братья. Я всегда хотел понять, что такое семья. Теперь я понял. Адмирал Рейнс говорил, что о солдате судят по последнему бою. И если это так, то я могу точно сказать, что мы чертовски хороши. Лучше сгореть, чем заржаветь. Металл один связь закончил. Ваш брат, Итан.
моей дорогой супруге Оливии и дочери Несрин. Если вы это читаете, значит, я не вернулся домой. Я был готов к опасности и смерти. Надеюсь, я встретил их с достоинством. Моя жизнь была короткой, но счастливой. Я женился на идеальной женщине. У меня скоро будет замечательная дочь. Разве я могу желать большего? Я люблю тебя, Оливия. Дай жизнь нашей малышке и вырасти ее для меня. Рассказывай ей про папу. И прошу тебя, не бойся искать свое новое счастье. Несрин. Здравствуй, малышка. Я улетел до твоего рождения. Прости, что я не смогу видеть, как ты растешь. Папа всегда хотел сделать этот мир лучше. Поэтому ты и родилась. Вспоминай меня в своих молитвах и старайся делать хотя бы по одному доброму делу в день. Берегите себя, родные. Виктор. Мои дорогие дети, поскольку вы получите это письмо только в случае моей смерти, оно покажется вам весьма печальным, и все же мне хочется, чтобы вы поняли, что это не так. Я всегда ощущала, что время нашего пребывания на Земле, которое мы зовем жизнь, наш временный дар, который нужно употребить на служение чему-то более важному, чем мы сами. Смерть ожидает нас всех, здесь нечего бояться. Я любила свою работу, но ненавидела войну. Но каждый день я также выполняла тайное задание по защите вас, моих сыновей, от любой угрозы вашему благополучию. Пообещайте мне, что проживете жизнь как подобает и позаботитесь друг о друге. Люблю вас всем сердцем. Мама. Даже не представляю, как сын должен приветствовать отца, которого не видел всю жизнь. Пожалуй, напишу «Привет, папа». Я, наконец, вычислил твой адрес через кадровый центр Вашингтона. Мне пришлось предъявить свидетельство о рождении, чтобы доказать родство. Хочу, чтобы ты знал, что я пошел по твоим стопам. Я поступил во флот. Думал, что ты будешь гордиться мной. А когда мы встретимся, нам будет о чем поговорить. Я поступил на стрелковые курсы и выучился на снайпера, но со временем мое зрение ухудшилось, и я стал инструктором. Сейчас я служу на крейсере UNSA «Возмездие». Мама умерла в этом году. Перед отлетом я заглянул в наш старый дом и нашел там коробочку с твоей серебряной звездой. Она хранила ее все это время. Жаль, что я не знал, что ты еще в Теннессе. Я бы заглянул в гости. Мы бы выпили пивка и поболтали. Я прощаю тебя за то, что ты ушел. Надеюсь, мое письмо тебя не разозлит. Спасибо, что помог мне прийти в этот мир. Я старался быть хорошим человеком. Майнард Гриффин. Мама и папа. Когда я стал десантником, то сказал себе, что готов отдать жизнь за правое дело. Если я не вернусь домой, значит, так оно и случилось. Надеюсь, что я умер героем, и вы можете мной гордиться. Я обещал себе не сближаться со служивцами, но это оказалось невозможно. Я не давал воли страху, пробивалась только тоска по дому. «Мама, прошлой ночью мне снилось, что ты готовишь ужин. Да, мои любимые отбивные. И мы все сидим за одним столом. Передайте тете Джойс, что я ее люблю. Поцелуйте за меня Бейли. И подарите ей новый теннисный мяч. У всех здесь есть матери и отцы, но у вас с папой я единственный сын. Простите, что я не смог вернуться». Semper Fidelis. Ваш любящий сын Тодд.
Марта, служба на флоте увела меня далеко от всего, что я люблю. Дома, моих животных и тебя. Я знаю, как важна моя работа и готова на все, даже на это. Армия не лишила меня жизни, я отдала ее добровольно. Знаю, тебе сейчас нелегко. Прошу, не плачь обо мне или о нас. Плачь о мире, в котором есть место войне. При мысли о тебе сердце колотится, как бешеное, а на лице появляется улыбка. Я смеюсь, и сослуживцы считают меня жизнерадостным человеком. Так и есть. Ведь у меня есть ты. Твоя навеки, Этиде. Мой милый Эндрю, началась неделя флота. Корабли стоят на земле под закатным небом. Я дома. Хотя какой может быть дом без тебя? Знаю, что у меня было то, о чем большинство женщин только мечтает. Ты наполнял мою жизнь смыслом. С тех пор, как наши взгляды встретились, я постоянно думала о тебе. И сейчас думаю. Стремление сделать карьеру разрушило мой брак и лишило шанса создать семью на всю жизнь. Но флот приучил меня выполнять задачу любой ценой. Я не перестаю тебя любить, где бы я ни была. Спасибо. Быть с тобой вместе – это счастье. С любовью, Лаура.